Сам роутер непосредственно. Мой телефон к нему подключен уже. Сейчас, секунду. Интернетного кабеля, к сожалению, нет. Просто физического присутствия его на точке. Поэтому проверить полностью работоспособность не представляется возможным. Вот так он. Сейчас по внешке покажу. Блочок идет родной в комплекте. Состояние более чем хорошее, то есть по сути толком-то и не пользовались, как я понимаю. Инструкция есть, в том числе и на русском языке, такая увесистая. Кабелек, ну и коробка непосредственно с супер сложным паролем, который никто никогда не отгадает. В инструкции также указано, как пароль поменять.